об актерской профессии, своих коллегах и творчестве, о важном и мимолетном в самой прекрасной поэтической форме. Во вторник Иваново посетил Влад Маленко, актер театра на Таганке и основатель Московского театра поэтов. Студенческий сумасшедший город. Вот. А что может быть более молодое, чем театр и студенчество? Это самые вот, сопоставимые какие-то вещи. Ну где должен быть передовой театр? Там, где больше всего студентов. Иваново – это молодежь, это горящие глаза, это поэзия. Встреча со студентами Ивановского колледжа культуры прошла непринужденно. Актер не сел за приготовленный для него стол. Их с публикой ничто не должно разделять. Получился почти квартирник, только в зале музыкального театра. Заметил верный реформатор. Театр начинается с солдат, вещащих в виде шапок над крюком, покуда зритель бродит с наверхом. Поэт, автор широко известных басен, стихотворений и песен к спектаклям и фильмам. Основатель и руководитель Московского театра поэтов. Актер Московского театра на Таганке. Режиссер, автор и ведущий популярных телепрограмм. Все грани Владислава Маленко сложно перечислить. И в каждой из них он интересен, особенно начинающим актерам. Знаете, как это получается иногда так вот, когда ты очень долго сидишь на одном месте, в своем не видя, что происходит за окном, а здесь как бы такой глоток. Да, такой свежий глоток московского актера, который служил на в театре на Таганке более 20 лет. Студенты актерского вот отделения, мои ребята пришли. Я думаю, это им очень полезно побывать впервые в своей жизни. Они там, кто-то из деревень приехал, да, и они впервые в жизни бывают на такой творческой встрече с таким вот человеком. Вопросов у будущих актеров оказалось немало. Гость рассказал и о годах учебы, и о работе с известными актерами и режиссерами, об опыте, который подчерпнул. Им Маленко поделился с ивановской молодежью, без утаек и совершенно по-дружески. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.